Всем привет, с вами снова Славный Дружи Обломов. Вообще мой канал, наверное, на 95% чисто про мясо. Знаете, то есть свинина, бекон, грудинка, курочка, вот это все. Ну и как бы подписчики привыкли, что весь канал о мясе. Но, предположим, ты заехал на дачу и, ну вот достало уже, ну не хочется ни курицы, ни свинины, стейки, ну стейки уже, их и в городе можно в ресторане купить там или с доставкой замороженные сделать на сковородочке. Хочется вот, знаете, когда уже организм перегружен вот этим там маслом, салом, хочется чего-то такого. Вот вы сидите, блин, хочется чего-то такого, чтобы легенькое, вкусное, под там пивасик, винишко или там, не знаю, просто под минералочку, чтобы как бы разгрузиться, но при этом, чтобы было очень вкусненько. Сегодня мы сделаем морской шашлык. Идеально быстро переваривается, очень вкусно, маленькие аккуратные кусочки, все будет прекрасно. Зацените мой медный тазик. На самом деле, это не мой тазик, я маме его купил, но тем не менее. У нас есть вот такой чудесный кусочек лосося, у нас есть вот такие вот сырые красные креветки, они реально сырые, это просто креветки сами по себе, такие в природе, видите, они сырые, просто они красные. У нас есть вот такой вот кальмарчик, прекрасный мягкий кальмарчик, и у нас есть мидии, собственно, вот такие мидии, можно их, конечно же, на гриле запечь под сыром, с соусом терияки, это будет просто божественно, но нет, это не про то видео, вот такие вот мидии, по-моему, они называются гигант киви. Короче, здоровенные мидии. И что немаловажно, у нас есть вот такие вот прикольные шампуры. Это, конечно, не must have, но тут идет две вот таких вот вилочки, точнее, одна вилочка из двух усиков, чтобы ничего не слетало, и все это дело можно было переворачивать. Что я ненавижу больше всего, так это узкие шампуры. Нет ничего хуже тоненького шампура. Шампур должен быть вот такой, сантиметровый, чтобы что-то на него не насади, оно прекрасно и так держится, и так держится. Берешь, переворачиваешь. Как я намучился с этими, знаете, как назвать, одноразовые, что ли, шампуры, которые вот ты перевернул, а у тебя куриная ножка, блин, назад. Ты пытаешься вот эти один кусочек мяса другим кусочком мяса как-то поджимать, чтобы он не переворачивался, потому что он там уже, значит, подзолотился, а тут еще нет. Хрень, это все собачье. Берите просто нормальные шампуры. В магазах их не бывает, только во всяких инет-магазах. И сейчас мы будем все это дело чистить. Это самый долгий процесс, самое нудное в этом рецепте. Не сам рецепт, а, собственно, очищение всего вот этого. Мне будет помогать мой оператор, я дам ссылку на его инстаграм в описании, раз уж он мне так будет помогать. Мидию мы снимаем с ноги и смотрим, есть ли у нее внутри какая-нибудь тина, всякое такое. Если тины нет, шикарно. Креветкам откручиваем жбан, снимаем панцирь и вынимаем, как всегда, какашульку, если она там есть. Вот так, оп. Вот в красных креветках что-то у них реально тут жесть какая-то. Хвостик оставляем просто по приколу, чтобы было удобнее есть. Вот, у нас вот такой остается красивый хвостик. А вот это все, у них просто тут куча органов, в отличие от обычных креветок. Все это дело нужно вот так выдрать. Короче, вы поняли. Вот, собственно, получается у нас очищенные вот такие вот мидии. Многие вынимают еще оттуда всякие вот эти вот внутренние штуковины, но, на мой взгляд, все это на гриле получается съедобным. Главное, чтобы там не было тины. Вот такие получаются креветочки. Запарно чистить красные креветки. Ну и займемся кальмаром. Вообще, в принципе, если совсем лень, делайте этот шашлык из лосося и кальмара, потому что все это просто нарезается и нанизывается. А вот мидии, креветки, их уже надо чистить. А так просто лосось, кальмар замариновали и погнали. Берем кальмарчика, вот так разрезаем, открываем, смотрим, что внутри. Внутри у него обычно вот эти вот хорды, они же позвонки, они же фиг знает что. Усы креветочные валяются. Открываем, выдираем. Если у него есть что-то еще, какие-то вот такие внутренности, просто обратной стороной ножа вот так соскабливаем. Оп, оно просто все слезает. И оставляем вот такие тушки. Если у вас кальмар не очищенный от шкуры, то опускаем его на 7 секунд, буквально на 10 секунд в горячую воду. И тоже вот так вот ножом счищаем с него шкуру. Она слезает супер быстро. Вот. Вот так. И режем вот на такие полоски. У нас, собственно, кальмар. Так, это какой-то неаккуратный кальмар. Сейчас я его еще подкорнаю, чтобы он стал аккуратным кальмаром. Вот такие полоски у нас пойдут в два слоя на шампур. И кусочек лосося. Тут как бы что, просто берем кусочек лосося, проводим вот так ножом,
Вот у нас получается кусочек лосося. Шкуру на бульон или выбрасываем, это уже зависит от вас. Кости мы достали отсюда, все прекрасно. Лосося тоже режем вот на такие порционные кусочки, которые отлично налезут на шампур. Вот так вот. И вот так. У нас лосось такой бледненький, видимо, не подкрашенный. Ну, его не красят в прямом смысле, а кормят рыбу тем, чтобы он был более розовый. Но на гриле будет все равно. Сейчас я вам расскажу про кривую готовки. Что такое кривая готовки? Это когда отдача от блюда пересекается с усилиями. И бывает какая-то такая точка, когда ты уже паришься очень сильно, но никто из гостей, никто из друзей, которые пришли покушать, никто уже этого не замечает. По факту вот это все можно посолить, поперчить, добавить, не знаю, оливыча, смазать, не знаю, немножечко соевым соусом, и все это идет на гриль. Я чуть-чуть больше подзапарюсь, то есть для каждого морепродукта будет немножечко отдельный маринад, чтобы человек, который съедает все это дело, конечно же, зубами прямо с шампура, чтобы он такой: это один вкус, это другой вкус. Но это совершенно не обязательно. Можно просто соль, перец на дымок, на угли, будет в любом случае офигенно. Ну а мы действуем по порядку. Мидии идут в тазик. Конечно же, туда идет немного соли. Везде идет немного соли и свежемолотого перца, я думаю, это понятно. Свежемолотый перчик, я думаю, это понятно. А также чуть-чуть белого сухого. Вот так. Не знаю, треть стаканчика, остальное сами выпьем. И немного кунжутного масла. Вот так вот. Замешиваем. И маринуется все это. У нас такие маленькие кусочки всего, что маринуется все буквально 15 минут. С креветками вообще не мудрим. Просто чеснок. Никогда не повторяйте этого, потому что вот так все соскочит и разрежет вам ладонь. Я просто дурачок, поэтому так делаю. Креветочки, чесночок, капельку оливыча, щепоточку соли и свежемолотого перца. То есть вообще не выпендриваемся, это у нас простенький шашлык, но очень вкусный. Лосось, немножко имбиря и базилика. Так, где у нас тут? Вот это я вот так отломаю, ложечкой почищу. Нам еще снимать, а имбирь заканчивается. Уже не так уж и много его осталось, поэтому экономим, чистим ложечкой. Но имбирь можно натереть на терочке, можно покрошить ножом, не так важно. Более чем достаточно. А свежего базилика у меня нет, поэтому пойдем воровать его на грядку к маме. В принципе, короче, тут даже не грядка, а типа горшочек с базиликом, который только дал свои ростки. Я думаю, мама заметит, если мы срежем один, поэтому я откорнаю от каждого по кусочку. Отсюда кусочек, отсюда листик, вот так, отсюда листик. И никто не заметит, что базилика стала немного меньше, отсюда тоже. Надеюсь, мама не заметит. Базилика у нас совсем мало, поэтому покрошим очень мелко. Я не мог взять больше, она бы заметила. Лосось. Имбирь и немножечко ароматного ультового базилика. Ну, соль, перец, немного оливочи, вы это все поняли. Так, лосось потолстенький, еще чуть-чуть. Немножко оливочи. Перемешаем хорошенько. Тоже 10-15 минут и готово. Что касается кальмара. Кальмар обладает настолько тонким своим вкусом, что либо, не знаю, отваривать его 30-40 секунд, и вот ничего особо не добавлять каким-нибудь салатиком. Либо вообще никаких специй, то есть сашими из сырого кальмара. Он тоже вкусный, сырой. Ну, особенно если супер свежий. Либо уже нормально его так мариновать, чтобы прям было нормально. Наш вариант. Кальмар. Горчичка. Столовая ложечка. Томатная паста. Столовая ложечка. Соли. Нормальная так соли. Свежемолотого. Вот так вот. И немножечко оливыча для нашего кальмара. Он и цвет приобретет, и вкус будет такой прикольный. Можете замариновать в чем-нибудь остром, там, в срираче соусе. Так, кто не понял, мидии, кунжут, вино, лосось, имбирь, базилик, креветосы, чесночок, кальмарчики, горчица и томатная паста, либо кетчуп. Сначала у меня была идея все это дело перемежать, то есть кальмарчик, креветочка, мидия, лосось. То есть вот так, чтобы все это было, типа радуги.
Но потом я подумал, что да, действительно, это будет очень красиво для подачи, но вот у меня кальмар, он пожариться должен подольше. Креветка жарится очень быстро, а мидии с лососем что-то среднее. И вот у меня на одном шампуре зажарился лосось, он готов, а кальмар еще нет. И чего я буду делать? Поэтому в угоду красоте мы не стали жертвовать вкусом, и все идет в разное время. Сначала, на самом деле, кальмар, он такой плотный, толстенький, вот он пойдет первый, а потом пойдет все остальное. Жар должен быть достаточно сильный, морепродукты пропекаются быстро. Раз, два, три, нет, пока что великоват. Подождем еще немножко, нужно, чтобы 5-6 секунд спокойно руку можно было вот так держать, горячо. Так, сначала кальмарчик у нас идет. Кальмарчик дольше всего будет обжариваться. Вот. Лосось кусочками. И мидии. Креветочки. Крутить это будем постоянно. Здесь очень-очень жарко. Вот, лосось начинает белеть. Это хорошо. Но все-таки нам нужна корочка. Все-таки креветочные хвосты приходится куда-то закидывать, даже на таком шампуре, очень они длинные. Самое первое. Сначала у нас уйдут креветки, потом у нас уйдет лосось, мидии, и последний, это у нас уйдет кальмар. Он будет прям жариться-жариться. Оп, хвостики в порядке. Переворачиваем. Это офигительно. Также переворачиваем кальмарчиков. Их много раз придется переворачивать. Ну и мидии примерно в таком же состоянии. А вот лосось жирненький, поэтому он, видите, он еще нет. Вот еще не готов. Как понять готовность? Креветки, на самом деле, если они побелели, вот они упругие. Посмотрите, шкварчат. Просто обалдеть. Они готовые первые. Их снимаем. Лосось, он еще, видите, с этой стороны мягкий. Но с этой стороны у него прекрасная шкварчащая корочка. Он с этой стороны готов, там его нужно пожать. Креветки снимаем. Лосось становится упругий с этой стороны, тут тоже корочка, шкварчит. Тоже снимаем. Вот так. Мидии погреем буквально, видите, они пенятся с этой стороны. Они такие с корочкой. Мне вот нравится, когда они слегка похрустывают кончиками. Ну и, собственно, кальмар, его последнего, его еще пару минут. И кальмар. Вот так вот. Кальмар полностью готов, достаточно мягкий, нежный, томатный. Креветки полностью готовые, чесночные креветки, может, мы их чуть-чуть передержали. Лосось, смотрим внутри, сочный, нежный, полностью готовый, но при этом он влажный, то есть соки остались. Быстро только задали мы корочку. И мидии. Попробуем. Во-первых, я все это уже попробовал, и это очень вкусно. Но если уже придираться, то, ну, блин, креветки на углях, все это, ну, это божественно. Но если придираться, мидии, маринад отличный, то есть кисленькое вино, не знаю, чувствуется ли там кунжут, не могу сказать, но я бы жарил их, вот мидии, прям совсем до хрустяшек. Прям не знаю, как во фритюре на мега огне, прям чтобы хрустели. Потому что они в любом случае мягкие. Лосось. Пробуем. Имбирно-базиликовый лосось. Это десятка. Если я когда-нибудь куда... Вот я вот запомню, если я когда-нибудь куда-нибудь поеду, вот, и захочу удивить, типа, что у вас там, куриные ноги? Я лосося замаринованного привез. Зацените. Хрустящая корочка. Легкий такой. Легкое послевкусие имбирное. Это божественно. Но передерживать его нельзя. Он должен быть внутри влажный. Креветки. Как это так сказать? Чесночные креветки на огне. Мягкие. Я бы даже сказал, что передержали секунд на 20. Но вряд ли это кто-то заметит. Я просто много делал креветок на гриле, поэтому замечу. Но быстро делаем. Зашипели с одной стороны, перевернули, зашипели с другой. Все. Это просто божественно. То есть вот, если народ... Но другое дело, понимаете, их нужно чистить, и их нужно брать сырые. То есть нельзя жарить вареные креветки. Они станут резиновые. Это просто божественно. Кальмары. Кальмары обладают самым мощным вкусом. Это томатно-горчичный маринадик. Очень вкусно. Они прекрасно прожевываются. Они не успевают стать резиновыми. Со слегка такой корочкой. Слегка краешки похрустывают. Но ничего изысканного.
То есть, если лосось, это просто прям... Прям это нечто. Это нежнейшее нечто прям. Это 10 из 10, то кальмары это прям закусон под пивасик. Горчично-томатный закусон под пивасик, хоть и очень нежный. Давайте вердикт. Миди, я бы жарил, чтобы они прям хрустели. Лосось 10 из 10. Креветки, не знаю, 11 из 10, то есть это прям божественно. Кальмары обычная, хорошая закусь. Ну и, собственно, ставим оценки. Если бы мне сказали, поедем вот куда-то, сделаем там шашлык на огне, я бы взял креветки, я бы взял сырые, уже чищенные, чтобы не париться, и лосось. Филеха лосося, креветки, офигительно. Кальмара тяжелее насаживать, и он такой прям похрустывающий, обычный, хороший закусон. Это очень вкусно, это на углях, это здорово. Но не мидии, морские, клевые, мягкие мидии, ни кальмар с лососем и креветками сравниться не могут. То есть где-то мидии, кальмар, и вот там идет лосось с креветками. Вот такие дела. Лососю и креветосам даю, ну ладно, пусть будет 9 из 10, может как-то это можно улучшить, чем-то еще глазировать. А мидии и кальмару, ну, я даю 6. Это хорошо, вкусно, зашибись. А с вами был славный Дружи Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх и оставляет какие-то комментарии. Подписывайтесь на канал, кликайте лайки. Видосов будет с дачи еще больше. Если вы поставите лайк, конечно.